Биткоин покоряет голливудские холмы. В Америке планируют снять фильм о криптовалюте с названием «Биткоин». Режиссер комедии Кристиан Кэшмер сказал, что действие фильма будет происходить в штате Аризона и расскажет о братьях-неудачниках, совершивших попытку продать на черном рынке цифровой кошелек, содержащий около 20 миллионов долларов в криптовалюте. Съемки будут проходить в мае 2018 года. На роль главного героя ленты приглашен комик Тео Фон, а продюсером выступит Лорен Крипп.